На повестке дня заседания Совета ветеранов стояло несколько вопросов. Одним из основных стало предстоящее празднование Дня защитника Отечества. Самый главный праздник перед 70-летием Великой Победы. И нам нужно сделать всем все от нас зависящее, чтобы отзвуки праздника, так сказать, звон бокалов, образно говоря, был слышен и доступен участникам Великой Отечественной войны. Уже сейчас составлен полный план городских мероприятий и праздничных собраний, проводимых первичными организациями. В подготовке задействованы Управление культуры, образования и Комитет по делам молодежи. Димитровградский техникум профессиональных технологий будет посещать ветеранов Великой Отечественной войны на дому с поздравлением и с вручением подарков. Также на базе техникума будет проходить конкурсная программа «А ну-ка, парни». Также в преддверии Дня защитника Отечества и предстоящего 70-летия Победы готовятся и школьные музеи. Помимо многочисленных мероприятий, 20 февраля состоится городское торжественное собрание в Центре культуры и досуга «Восход», на которое будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Татьяна Ресеева, Виталий Немов. Наше время.